Дорогие гости, просим вас отключить ваши мобильные телефоны. Я от имени нашего театра приветствую вас на нашем новогоднем представлении. Спасибо, что пришли на наш спектакль. И у нас будет маленький сюрприз. В конце представления Дед Мороз раздаст всем детям подарки. Не может быть! Ну, конечно, если все пойдет по плану. Всякое бывает, но не волнуйтесь, не волнуйтесь. Миш, а может, пока мама с пирогом возится, может быть, мы лучше в Лего поиграем? Да ну это Лего. Мы сейчас с тобой такое устроим. Мамин iPad. Да. А ты пароль знаешь? Конечно знаю, я еще на прошлой неделе подсмотрел. А нам не влетит? Да нет, на самую капельку, чуточку. Смотри-ка, давай. Да, смотри. Дай мне, я первую взял. Ну, тогда подвиньте, мне не видно. Где? А, вот они, вот они. Да. Зомби! Ай, растения! Ого! Подожди, надо сначала выбрать растения. Я вот этот выбираюсь. О, черный! Ух! Ну и холодно сегодня! Зима! Люблю! Ну, здравствуйте, дети! Здравствуйте. Рад вас видеть! Да. Сейчас, сейчас. Оп. Ну как? Да, подарочки ждете? Сейчас, да, сейчас. Ёлочка у вас замечательная. Просто загляденье. Ага. Ну, детишки, давайте, просыпайтесь. Да, сейчас. Праздник уже начинается. Сейчас. Да что ж с ними такое? Эй! Новый год на носу! Да, да! Я уж волноваться начинаю. Уж не заболели ли? Вроде нет, и здесь нет. Что же делать? Боюсь, без Снегурочки мне не справиться. Пойду поторошлю свою внучку. Я мигом, я даже дверь закрывать не буду. Давай заново. Они не имеют домой. Так, да? Дверь не заперта. Что я вижу? Сейчас, мамин? Сейчас. Папин? Как вы сюда попали? А я шел мимо, смотрю, дверь открыта. Дай, думаю, загляну на огонек. Ну кто вы? Да, кто? Я фокусник. Иллюзионист. Алле, оп. Видите тряпочку? Да. Следите за руками. Раз, два, три. Травьте видок. Опа! Тряпочки нет. Вау. А что вы еще умеете? О, я умею много всего. Чего бы тебе, мальчик, хотелось? А тебе, девочка? А мне? Вот там ну-ка, у мамы... покажите-ка, что это у вас это такое? Маме. iPad. Ага. А хотите попасть туда? В волшебный мир? Хотите? Вы отправитесь туда, и вся скука сразу кончится. Не надо мыть посуду. Не надо выносить мусор. Мы раздвинем границы пространства. Хотите? Соглашайтесь. Хотим, хотим. Конечно, да. Хотим. Хотим. А как мы туда попадем? О, это очень просто. Повторяйте за мной. Гугль, мугль, си плюс плюс. Гугль, мугль, си плюс плюс.
Java, Linux, Bluetooth. Java, Linux, Bluetooth. А теперь все вместе. Google, Google, C++. Java, Linux, Bluetooth. Главное, чтобы они не выбрались оттуда, до тех пор, пока не закончится заряд батареи. Здравствуйте, я Сири, ваш надежный проводник в виртуальном мире. Ух ты, Сири! Ты узнал, где ты в Сири? Готова ответить на любой ваш вопрос. Вопрос? Ой. Вау. Ничего себе! Это смотри, Даша, настоящие! А что тут еще есть? А вы кто такие? Что тут делаете? Электронная почта. Срочное сообщение. Пропустите нас. Очень торопимся. Видео, Даша. Электронная почта. Срочное сообщение. Пропустите нас. О, как быстро они ездят. Не угонишься? Вот это здорово. Да. В этом мире мы же можем играть в компьютерные игры, какие захотим, и видео смотреть, сколько захотим. Свобода! Ведь Кожавина не дал отпустить конфету. Я за это ему дам с вирусом дискету. Конфету! Да дискету, ты что, не помнишь? Мама нам показывала в компьютерном музее. Ну, в ее детстве записывали все на такие квадратные дискеты. Это 300 килобайт. Вот да. Вот. Какие 300? Там 3 с кем-то. Там ужасно. Да, вообще. Даша, а давай играть в Майнкрафт. Нет, давай вообще видео смотреть. Нет, давай в Майнкрафт. Давай вообще видео. Мы в армии смотрела, это вообще обхохочешь. Я А теперь рекламная пауза. Предлагаем вашему вниманию стиральный порошок. Отличное качество, лучшая цена. Наш стиральный порошок — мечта любой хозяйки. Только здесь, только сейчас, только у нас. Мышенька, давай скорее, вот они. Надо с ними что-то делать. Вот обязательно надо их расшевелить. А то праздник, а они какие-то странные. Вот. Ой, а где же они? Не видно. Да, странно. Были здесь. Вот только какая-то штуковина от них осталась. Ты, дай ко мне. Странно, нигде нет. Ребята, а может, вы знаете, куда подевались? Миша, да, вот сюда ушли, вот в эту маленькую коробочку. Фокусник. Пришел. О, дела. Ну и праздничек начинается. Что ж теперь делать-то, внученька? Я ж в этих штучках не смыслю ничего. Ой, дедушка, не волнуйся, мы сами справимся. Только, знаешь, надо поторапливаться, я смотрю, батарейка садится, и... А зарядки нигде нет. Как там зарядки нет? Ты что? Мы с тобой зарядку каждое утро делаем. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. Ой, дедушка, совсем меня запутал. Не такая зарядка, а какая? А такая штучка, понимаешь, которая в розетку втыкается.
штучка, трючка, закорючка, розетка, такая-такая штучка. А еще нужен пароль. Пароль нужен. Такой вот. Знаете, а это что такое? Пароль? Это такое секретное слово, да? Секретное. Вот, например, X, Y, Y. Какие секреты от Деда Мороза могут быть? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, например... А зачем оно? Чтобы сюда попасть, вот, чтобы в игру попасть. Ну, чтобы куда-то попасть, вот. Посох есть волшебный. А то слово какое-то. Пароль. Пароль. Да? Марс. Короче, пароль. На горшке сидит король. Вот то-то же. На гуголь надейся, а сам не плошай. И про посох волшебный не забывай. Так-то. Ну, пойдем. Пойдем детишек наших искать. Поторапливаться надо. Давай начнем. Где же? На детишках их найдем. Ух. Чудно ты как здесь, а? Что-то есть. Лампочки горят. А, смотри, прям как на елке. Здравствуйте. Я Сири, ваш надежный проводник в виртуальном мире. Дедушка, это Сири, я ее знаю. Кто? Кто там Сири? А, птица Сирин. О, это злодейка. Многих смельчаков погубила пением своим сладким. Да не птица Сирин, а Сири. Она ответы на все вопросы знает. На все? Так может она нам скажет, где Мишу с Дашей искать? Погоди, я мне кажется, сама знаю, где они могут быть. Ну, есть такое место, где мультики показывают. Сейчас только мультики надо найти. Мультики, это хорошо. Я когда маленький был, тоже мультики любил смотреть. Да я и сейчас их посматриваю. Знаете, какие больше всего люблю? Ну вот, например, Дед Мороз и Серый Волк. Или там Дед Мороз и Зайцы. Или Дед Мороз и Мыши. Дед Мороз и Елки, Дед Мороз и Палки. Про меня вообще очень много мультиков сняли. А знаете почему? Потому что я всеобщий любимец. Вот так-то. Дедушка, а? Я на шар смотри. Kaunista, kaunista, kaikki on niin kaunista. Kaunista päällä sen junan sinisen. Seikkailun matka vie minne päin tällä tie. Matkaamme päällä sen junan sinisen. Что-то вроде бы знакомая песня, вижу, а слов не пойму, как же так? Это другой язык. Какой? Какой-то непонятный, я такого языка не знаю, а вы знаете? Нет. А песню знаете? Маленькая. А давайте вместе споем. Только погромче, тогда нас Миша с Машей, с Дашей, может быть, услышат и придут. Давайте погромче, ну-ка, давайте посмотрим. Это кто? Знаете, кто это? Чебурашка. А это? А рядом. Я там сама. Спасибо, Чебурашка. Молодец. Это кто? А это что за... А теперь по-русски. А ну-ка. А по-русски будет у нас? Сердце не убирается, а
печенье спешим, друзья, заливай какую нашу вниз. Скатертью, скатертью, да не пустится, и не убирается, да не посол. Каждому, каждому лучше ей верится, катится, катится, кому помогло. Молодцы! Хорошо спели! Плохо! А главное, громко! Только Даши с Мишей-то нигде нет. Да. Так они что же делать? Что же делать? Как же мы их найдем-то, а? Знаешь, дедушка, что теперь 75, 74, 85, 36. А это кто? 13, 58, 18. Жора! Он же Гоша, он же Гога. Приятно познакомиться, Снегурочка. Жора, он же Гоша, он же Гога. Мороз. Дед Мороз. Припоминаю, только в те времена бородатая в подвине была. Косатик, а какие такие времена? Ты давно сюда попал-то? Давно ли я? Да с тех времен, когда еще мышку компьютерную не придумали. А, то-то я и гляжу. Я ж как мышку-то придумали, сразу бороду-то и укоротил. Ну, чтоб хвост мышиный в ней не путался. Мы ищем детей. Мишу и Дашу. Вы не знаете, где они? Миша и Даша. Да-да. Миша и Даша. Сейчас мы их вычислим. Помогите нам, пожалуйста. 17, 20, 48, 140, 10, 01. 00, 15, 38. Выдает, а? 23, 501. 13, 40, 35. И 18, 36. Вот что я скажу вам, друзья. В данный момент здесь находится 183 835 детей. Из них 4035 Даш и 7086 Миш. 7086 Миш? Да. Что же делать? Нам же нужно нашего Мишу найти. И нашу Дашу. Я придумала. Мы сейчас у Сири спросим. Ну, давай, спроси. Уважаемая Сири, подскажите нам, пожалуйста, где нам найти Мишу и Дашу? Как они выглядели? Ответьте. Ну как? Дети, мальчик и девочка. У каждого две руки, две ноги, голова по одной. Дети. Высылаю вам фотороботов. Попробуйте вспомнить подробнее. Давайте, давайте. Сейчас мы их определим. Не-не-не. Не-не-не. Так. Можно? Не, опять не то. Меняйте все не то. Надо поменять. Местами поменять, конечно. Не помогу, как-то. Похоже. Да, уважаемая Сири, вот как выглядели наши Миша и Даша. Спасибо. Начинаю поиск. Thank you.
сообщаю, дети по имени Миша и Даша, 9 и 11 лет, находятся на игровом поле в квадрате А4, Z8. Повторяю, в квадрате А4, Z8. А как же мы туда попадем? Отправляю вам навигатор. Повторяю, вас отвезет туда навигатор. Желаю удачи. Путь, друзья! Поехали! Путь! За Мишей и Дашей! Помнишь в Майнкрафт, как я этого крипера завалил? Я его бах, а он меня пи-пам! Он взорвался! Да, из него диаманты посыпались. Класс. Только как-то вот есть уже хочется. Ой, и мне. А что они вообще едят? Не знаю. Нежный, неповторимый вкус молочной прослойки. Прослойки. Вкус шоколада и клубники. Клубники. Нашу продукцию вы можете заказать на сайте www.edimdoma.com. Тетя, мы не дома. С первым заказом получите скидку 10%. Нам не нужны скидки. Мы хотим есть прямо сейчас. www.edimdoma.com. Даша, смотри! Яблоки! Яблоки! Только их как будто уже кто-то ел. Фу, противные! Ну, а что же кушать-то как-то? Ой, ну не говори, у меня и так в животе бурлит уже. А как же отсюда выбраться? Не знаю. А я придумала, давай письмо напишем. Давай. Электронное сообщение. Электронное. О, вот они. Держи. Поймали. Оп. Так. Спасите нас. Мы не можем отсюда выбраться. Подпись Даша и Миша. Отправляем. Отправляем. Электронная почта. Срочное сообщение. Простите нас. Электронная почта. Срочное сообщение. Oh.
Ой, подождите. Ну что вы стоите? Приехали куда-то? Нет, там нет, подождите. Срочное сообщение. Электронная почта? Какая такая почта? Сообщение. Ну как же читать это сообщение? Мне кажется, это нам. Сейчас посмотрим. Где-то тут что-то. Может так? Спросите нас, мы не можем отсюда выбраться. Даша и Миша. Даша и Миша. Наши Даша и Миша. Надо торопиться. Поехали, поехали. Помчали. Замечательно, что вы нашлись! Пойдемте скорее же домой! Да-да, конечно, домой! Скорее. Новый год скоро! А мама как растет! Достанется же вам! Так и нам достанется! Да? Где мой посох? Надо торопиться! Ой, а где посох? Куда посох делся? А как же мы теперь? Потерялся, что ли? Как же мы без посоха-то, а? Что же делать? Главное не дать выбраться! Закончится заряд батарейки! Минуточку, прошу вашего внимания. У меня для вас есть великолепное новогоднее предложение. Вот это прекрасная компьютерная игра. Откроете ее, и вы не пожалеете, вам очень понравится. Очень любезно с вашей стороны, мы не хотим больше играть. Да, мы уже наигрались и хотим домой. Да. Домой! Я легко могу вас отправить домой. Я же фокусник. Но перед этим вы должны угадать мою загадку. Какую загадку? Очень простую загадку. Видите карту? Угадайте, в какой она руке? В правой или в левой? В правой или в левой? Я знаю. Ну, в правой. Не угадали. Не получилось. Зову-ка я тогда своих друзей. Вирусы, орлы мои скверные. Отлично. Как самочувствие, вирусы? Ходим, чихаем, всех заражаем. Отлично. Вирусы, видите старичка с тетенькой и девочку с мальчиком? Надо на них напасть и начхать. Ой, кажется, грипп начинается. Ой, что-то худо мне совсем. Не сдавайся. Не сдавайся, помогите. Ребята, давайте вспомним, чего боятся вирусы. Мама говорила, что вирусы боятся теплого меда с молоком. Очень остроумно. Где же мы возьмем здесь теплое молоко? Здесь же все не настоящее. Я придумала. Можно представить, какое оно, это молоко. Просто потому, что вирусы боятся всего ненастоящего. Точно. Оно сладкое и белое. А когда берешь кружку с теплым молоком, в руки тоже становится теплой. Ой, а мне нравится, когда молоко с хлебом, когда корочка хрустит. А я холодное молоко люблю. Оно на мороженое похоже. А мне мама холодное не разрешает. А возле мамы всегда так тепло. Ой, смотрите, дох, тут вирусы дохнут, совсем ослабели. А мы крепчаем. Да, хорошо. Так, надо это убрать их отсюда, убрать. Что здесь происходит? Война? Видно, не на жизнь, а на смерть. Надо помочь. А ну, проходите отсюда, вирусы. Давайте. Стирку их. На эту на дезинфекцию. Вот. Хорошо. О, а вот и посох нашелся. Вот теперь все хорошо. Новый год встречать. Да.
Как это у нас было? И готовы? Да. На горшке сидит король. Лучше я тебе здесь подожду. Ой. Мам, я получилось. А подождите, это же мы так сюда попадали. Да. А нам теперь отсюда надо. Ну тогда король сидит в горшке на. Ой, полетели! По-моему, он завис. Завис. Дед Мороз. Ка, неудобно-то как. Новый год наступил, а ты не с нами. Надо его как-то вернуть. А я знаю как, я придумала. Все. Дорогие друзья, к сожалению, спектакль закончен. Все. По техническим причинам Дед Мороз не может выйти на сцену. Большое спасибо. До свидания. Мы ждем вас в 2016 году. Просьба не задерживаться. Большое спасибо. Мы сейчас. Войдите в мое положение. У нас следующий спектакль для маленьких. Давайте читать стихи про Новый год. Вот, например, висят на ветках шарики, волшебные фонарики, и бусы, и снежинки, и голубые льдинки. Дети, давайте его позовем все вместе. Дедушка Мороз. Еще раз. Громко! Дедушка Мороз! Вот. Что? Просыпайся. Еще чуть-чуть. А что вообще происходит? Еще раз. О, кажется, Дед Мороз расколдовался. О, какой конфуз. Это бесовская какая-то штуковина. Надо праздновать. Давайте праздновать. Праздник начинается. Это что еще такое? Опять разница, опять не настоящее. Наше печенье обладает неповторимым вкусом и ароматом. Прошу вас, угощайся, мальчик. Все угощайтесь, только все угощайтесь. Настоящее. Сахарная пудра. Как, кто будет ее? Вкусные. Да. Нет ее настоящего печенья. Тебя вообще не везло. Что я буду, я получу. На яблоко чуть, я же понимаю. Ванильное прослойка. Вот это праздник. Классно. Ну? Ну все, праздник Новый год, подарки там. И кто? Опять что? Давно не видели. Дорогие друзья, глядя на вас, мы многое поняли. И хотим попросить вас, чтобы вы простили нас. И взяли к себе. Нет, не будем вас прощать. Не верим мы вам. Дорогие мои друзья, а как вы думаете,
для чего существуют праздники. Ведь не только, чтобы веселиться и печенье лопать, да? А еще для того, чтобы прощать всех, с кем успел поссориться. Никитино! Слушайте меня, старика. Только это вы должны нам пообещать, что больше не будете нас вымаливать. Обещаем! О, я фокусник, я легко могу показать вам смешной фокус. Але, о, и я. Я боже, я коровка, я боже. Самый лучший. Спасибо. Новый год случается настоящие чудеса. Она сушила пряжу, она стала холсты, ковала ветерные проветренные мосты. Я даже сам не справлюсь. Ну-ка вы, проказники, помогайте мне подарки детям раздать. Ура, подарки!